чтобы вы понимали, сейчас час ночи, даже уже второй час ночи. Мы находимся где-то посреди трассы, недалеко от Мурманска. Леха писает с крутым видом. И солнце в Мурманске никогда не заходит летом, и всегда светло. Максимум облаками может прикрыть, и будет чуть-чуть темновато. Вот Мурманск, там порт, залив, а мы едем куда-то на природу. Далеко едем.